Кто-то меня недавно спрашивал, говорил, как играть на этом персонаже, как играть на Мерзоциде. Потом это был честный топ-1. Конечно, если где-то есть какой-нибудь, если есть определение для честного топ-1, то это был он. Самый честный топ-1. Нет, ребят, не будем с этого собирать, это говно какое-то. Короче, вот, кто меня спрашивал, как играть на Мерзоциде? Сейчас показываю. Резко выше левел, чтобы он сейчас тоже левел нажал. Ну, четвертый верх еще пойдет, смотрите. Если бы я быстро левел не нажал, он бы не пошел левел. Он бы забрал бы тройки и сбил меня. А так он меня не сбивает, потому что это ему самому в плюс. Обычно почему не левелапается на личихе, на этой, ну, то есть на третий ход, четвертый, наверное, потому что, ну, типа, левелапайте, получаете, скажем, 6 по лицу, а дальше, если прям сразу же магаз крутой не прокает, то кранты. А так у вас подеюсь обилка и все еще больше 15 хв. Погодите. Может, стенку забрать? А вот это уже скилл, ребят, пошел. Вот это уже, ребята, скилл. Монетка Реборн есть. Вторую монетку залочил. У нас теперь сейчас будет все в монетках. Прислан, работаю в детском саду. Хочу на уроке ценность дружбы показать детям твою прошлую игру. Ты не против? Конечно, конечно, ребят. В детском саду только такое надо показывать. Обычные мультики они не так видят. А вот про ценность дружбы, чтобы... До конца не сдаетесь. Вроде как там все на топ-8 шло, да, все было плохо, там сбивали все. Каждый нас побеждал, но мы не сдались и оставались другом до конца. Это даже не просто в детском саду, это надо так показывать. Возможно, прямо сейчас кто-то сидел на стриме и научился такой, блин. Как-то больше нас начал дружбу ценить. Тычку направо. Ну, прям туда, да. Это прикольно, нормально, да. Я могу две монеты левел сделать. Могу пани поставить. Левел я точно проиграю. Но дальше еще надо посмотреть по монете кривой, как будет. Допустим, монета, иду в левел, проигрываю. Хрен с ним. У меня будет, то есть восьмая монета, еще три монеты в руке. Эта хрень будет стоить 2. Я вообще могу тупо сейчас левел нажать, а потом снова левел нажать. Мне интересно, много лица отлетит, если 2 левела жмякну. Не, ладно, давайте так попробуем. Но с вот этим вот надо сейчас не проигрывать стараться. А какой это, как я не проигрываю, там уже если официантка золотая. Не, блин, я могу не проиграть. Я могу не проиграть, все нормально. Тычку направо. Пау. Хотя бы можно до чего добраться. Нет, слушайте, я не проиграл. Вот так вот. А вот так вот. 2 раза нажать. И там можно было 2 раза нажать, я бы раньше получил шестерку. Но та шестерка должна была меня закэрить. Знаете, просто 5 монет в руке, еще отсюда сейчас 3 монеты будут. Сейчас еще будут монеты. Со всех дырок, ребят, монеты. Вообще, как смотрите на мув сейчас сделать 3 монеты и забрать просто еще рыцаря сверху? Мы же потом будем в дальнейшем играть через... То есть мы играем в андетов по-любому. И, в принципе, дальше будет призывательница у нас в магазине. Так что, наверное, рыцаря сейчас, здесь сейчас забафать было бы, наверное, неплохо. Монеты у нас будут, типа, нам нет смысла, да, очень жестко торопиться. Не, ладно, смысл есть, почему? Если я сейчас не забираю, то есть монета. Нам потом рака, да, в четверке найти, в идеале. Докер заберем. Вдруг именно вот эта мелочь нам поможет сейчас справиться. Давай в обмен найти розочку, ты мне монетку. Блин, здесь все монетки нужны. Ну, мы сильнее выглядим. А мы уже выиграли все. После первой тычки той. Так, погоди, мне монету нужна. Монету дай, дай монету. Откуда монета? Фак. Дай монету. Есть. Есть монета. Let's go. Еще рыцарь есть. Ну, не знаю. У меня будет монета все равно. То есть я могу себе это позволить. Я могу сделать монета, забрать сейчас рыцаря. На следующее делаю левел. Делаю тоже кучу монет, обилку нажимаю, спрашиваю тебя. Да, погнали. Ребята, это самый, наверное, поздний, да, рыцари? То есть 6-7 ход закупают. То есть 8-9 монета. Берешь тогда, да, что-то говорите, как будто это плохо, это хорошо, ребята, это хорошо. Это хорошо, и мы классные. Потом, ребята, соберем рыцаря. Да, скорее, просто бафом, потом, смотрите, мы сейчас делаем левел, на следующее продажа этой штуки. Монета, обилку нажал, оттуда сразу падает призывательница. С призывательницы падает рыцарь уже забафанный, потом еще вы на столе стоите, тоже будете дальше видеть. То есть вы-то будете бафать, потом еще с призывательницы будут еще сверху бафать рыцаря. Сетап через жестко забафных рыцарей. Потом собираем, короче, у нас финальный стол.
финальный стол будет. С обилки две призывательницы. Две призывательницы, так. Вот, и какой-нибудь там монобарак условный. Вместо 15 два раза. Вы думаете, мне можно на 15 тащить? Холм, смотрите, проигрывает. Но он проигрывает ему, да, это ни о чем не говорит. И он ему проигрывает. Мне кажется, я могу справиться. Там Рагнарос копается. С МПТ вообще даже не проблема. Даже подняться. Кстати. Пам-п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 ам. Налей водочку и пам. Ой. Ну, чуть не хватило. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Ребят, буду сейчас. Все будет, все будет. Что про сделать? Призывает рандомно нежить. Ну, окей. Он типа сильный, все такое, но у нас есть план, ребят. Погнали. Призывательница есть. А, перерождение накинуть на рыцаря. А, yes, please. Можно дать сюда Реборн. Ой. Блин, мне нравится на рыцаря дать Реборн, если честно. Пусть реборнится, пусть призывает себя со статами сверху. Говбади, набраза лучше. Вот я даже не знаю. Так, я помню, что там, кстати, убирали что-то. Убирали, что может упасть яд плюс... Яд плюс дэмэдж по лицу, точнее, по столу. Мы просто закроем, продвинем нафиг. Не, почему? Может оставаться до конца. Но можем пойти в это, да? Просто. Рыцарь стабильнее. Вот я не знаю, честно говоря. Мне кажется, и туда нормально давать, сюда нормально давать. Мне кажется, и то, и другое прямо оки-доки. Ну, давайте сюда, допустим. Попробуем так, ладно. Попробуем так. Иду за финальным сетапом, где будут рыцари, создание мерзоцита, вот эти вот. И такие штуки еще ручками найдем. То есть бафом рыцаря со всех дырок. Везде, где можно его забафать. Ведь в этом мерзоците сложно поиграть. Ладно. Ладно. Теперь не персонаж, значит, у вас на экране. Не говно, да? Ладно, ничего страшного. Реборн, если прокнет сюда, либо сюда, да. Короче, либо Реборн, оки-доки. Это будет яд Реборн тогда, еще плюс скелетов получаем кучу. За счет скелетов еще идет триплет сверху. Сюда дается, будет еще один рыцарь в Реборне, больше забафаем под это все. Надо ручками, короче, таких вот ходить. Да посидит, да два, это кто из них? Короче, все здесь посидит. Все, что есть, все посидит. Тут игра довольно неплохо идет, в плане того, что... Не часто выходит, что вы, типа, на первый не прыгаете, второй не прыгаете, потом третий идете в левел, и вам дают личих, который тоже левелапает, и за счет этого тоже не проигрываете. Ну, типа, опыта не хватает, но ничего страшного. Ага, еще скелетики. Больше скелетов. И баф сюда давай. Спасибо. Я триборн, само собой. Хочу такую штуку триплет. А на брак есть. Так, Джакес, молчаливый, да, спасибо за 100, стали это рэк.
Не рассчитать штуки, если честно. Ну-ка пока заберем, но... Ладно, допустим. Наверное, пока так. Эта штука мне нужна, чтобы разочек поднять все на хп, но не знаю, когда это делать. В идеале сделать такую штуку в триплет. Ты сделал в триплет, потом поставил на один ход сестру, а потом тебя ставишь все время на закрывашку, и хрен с ней пусть стоит. Как-то так. Продай бразды. Ну, за меня можно продать, он на самом деле сейчас не так... Вау, как нужен. То есть с него есть шанс, что упадет призывательница. Вот это вот прикольно. Блин, что все такие слабые? Дай типа бафы 33. Нечестно, не этот. Передо мной весь стол продают по-любому. Весь стол передо мной продают. Че такие слабые все? Один. Давай триплет, я готов. Я готов к триплету. Я готов, готов к триплету. Против Мурлока, у которого куча сотов, на самом деле, вот эти штуки. То есть, эта штука атака на куче всего, эта штука призыв вас двоих. Наверное, ты уже не происходишь. Насчет этой штуки, ну, когда все берется, все еще можно будет поставить. Ну, ладно, разберем то и другое. Пока особо мы не можем, да, импроваться. Нам надо, чтобы вот эти штуки бафались. То есть ты бафайся. Тебя кусочки, чтобы бафались. Призыв, чтобы реборна не было, лул. Призыв какого реборна не было. Ну, мы ждем, когда эта штука трепет соберется, а потом закрывашку можно поставить либо тебя, либо тебя, да, посмотрим. Там так будет личное раскрытие, да, я особо не смотрел. Хочу просто больше бафов. Но если там два рыцаря упадут, и 6 карт не работают. Но если мы его соберем, потом поставим Ривендера. Тебя пораньше поставим. Типа ты сработаешь, ты в стенке будешь. Ты сработаешь. У тебя какашки упадут, а потом ты атакуешь, по идее. Не, почему? Может сработать все. На сестру вообще, наверное, места не будет. Я так забрал, она уже не особо нужна здесь. А нужна чисто, чтобы на хп можно было поднять вот эту штуку, чтобы ее не забивал проходчик. Но, не знаю, про снежити будут ли брать сейчас проходчик на такой стадии, когда там 7 нежити. Возможно, уже думаю, что сестра есть на столе. Вот. Пока хорошо. То есть прокнула сюда, теперь можно будет 14-14 легион. Давай больше. Давай больше, давай сильнее. Нужны все бафы. Все бафы, что есть, все давай. Не надо, это была слишком хорошая тычка. Слишком хорошая тычка. Чуть-чуть похуже тычки. Чуть-чуть похуже. Чтоб побафалось побольше. Да-да-да-да-да, и ты бафай. Ну ладно. Ну и ладно, ребят, ну и ладно. Ну вот, Мурла, который достал себе Брана, то есть, понятное дело, что он... Рыцарь есть. А появилось третье существо... Дай утро, я просто утро закину и... Давай утро, я просто утро то накину и... А просто так этого сыграем. Бабл, да неплохо. Вопрос, ребят, и чё? Че делаем? Сестру поставим? Пусть эта штука забафается чутка. Тебя на первый слот? Пофиг на барак. Ну, типа, одна атака здесь особо тоже ничего не дает. Предлагаю вообще прям сразу продать. Вот так вот поставил. Тебя на первый слот, тебя на второй слот. Чуть-чуть на, по 2 хп забафаешь. То есть 2 прока равно... равно проходчик не забивает его. Плюс ты еще забафаешься. Потом все, на помойку это все выбрасываем, эту штуку ставим. Бабл там куда-нибудь даем, короче, ставим. Наверное, все-таки огнепопика, да, увертите Ривендера. И примерно вот этот сетап. Да не буду я минус бади делать, бади... Это какой, погоди! Там сестра у меня стояла, там сестра была.
Ай, там сестра мне была. Извините, там сестра стояла. Next этап, где ты сам себе весь стол забил. Весь стол себе забивает, в итоге две штуки, две какашки у него возрождаются. Чё это такое? Он против Мурлока играл. Зачем ему против Мурлока себе стол? Короче, зато не дал, не забафал, короче. О, отлично. Утро есть. Утро есть. А, вообще неплохо, да? Если золото соберем вдруг. Не знаю, что так не попик, но пока берем. Ниже смысла не брать. Понял. Пшел вон. Мисбади, да, получается. В идеале надо такого собрать сейчас, треплет. Почему я хочу эту штуку оставить? Потому что он дает яд реборн мне 100%, если я так делаю. То есть, смотрите, поставил, продал, поставил, забрал. Я закрывашку поставил. Если что, вдруг, да? А, не будете, я могу не продавать же. Тоже может сейчас такая штука реально треплет упасть, и все, ничего не надо. Во-во-во, так. Во-во-во, точно. Ой-ой-ой, погодите, как еще? Это мне, что ли? Продать тебя, поставить тебя. Ладно, давайте так пока пробуем. Ну, тоже куча всего призывает, по идее, так, не попиком. Теперь можно ехать Жираксон забирать, чтобы чисто за ребора найти. Но в целом, ну, по идее, нам попик, да? Типа 299, 214, для нас это просто копейки. Копейки, ребят, вообще не чувствую. Вот так, на это все так смотрим. Единственное, яд надо спрятать, конечно, чтобы вот таких вот тычек не происходило. Так, ну, одно существо призвали, отлично. В Брана ударили, но самое опасное существо, хорошо. Не, пока все хорошо, все идеально. Ага. 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 Угу. И нифига не хватает. Но лоба было давать все-таки в динозавре. А не хватает ничего, ладно. Почему трепет собирается? Ребят, трепет не соберется. Как он должен трепет собираться, если эта штука у меня с обилки? Это создание мироцита. Эта штука вечная призывательница. Создание мироцита, вечная призывается. Создание мироцита, вечная призывается. Вечная призывательница, огнетоп. Вопросы? Я меха Жараксус еще, смотрите, меха Жараксус. Бабл есть. Можно мне рой собрать? Нет. Опа! Яд можешь еще дальше спрятать? Наверное, не пойдет. Там сенка упала, мне нужен был реборн. Вот, в этот раз яд по-дурацкому не работает, то есть он теперь прячется и ждет, как это все сработает. Погодите, а почему я поставил эту штуку так рано? Надо было вас местами поменять. Рыцарь, кстати, на атаку вообще не бафается, только жопка бафается, что на самом деле немножко useless. Ну да ладно. Допустим. Рыцари максимально забафаны. Так, пиццезавр. Спасибо за подписку, спасибо за чертовесец.
Так-то это, ребят, не у нас коляска, это мы сражаемся с коляской. Это, ребят, мы сражаемся с коляской, у нас коляски нифига нет. Наш стол, ребят, максимально не коляска. Реально никто поставляет. Короче, смотрите, будь у нас стол, то есть нежить обычно играется через Тизи Ривендера плюс Анубарака. Но для нас это было поздно. То есть у нас уже другая была нежить, потому что мы идем в 6, типа с обилки это все собираем и так далее, и так далее. 19-18 продать. Эта штука дает 100% реборн на яд. У нас яд реборница и делает еще одну тычку. Помимо 313-353 забивает еще сверху 202-250. Так что я думаю, этого стоит. Вот, но учитывая, что у нас нет армии нежити, там всего 2 атаки, то есть забафано, то оно такое. Он РПЩ, да, должен забрать сюда. С руки потом поставишь. Да не надо, пусть он так стоит. В смысле, вы хотите прямо сейчас... Ну давайте, давайте, ладно. Вы типа от пища хотите отыграть, я так понял. Стенки. Фига там Теотара дается. Что, даже не оставлять ему... А, ну нормально. Собственно, логично. Если не справляется 7 существ, надо сыграть 5 существ. Make sense. Я от минуса один взял. Два. Ну он просто максимально забафал, типа, что было. Ну у него на самом деле шансов там и так уже не так много, верно? То есть там шард, походу, забафал, как у него бобьёж стал такой большой. Потом шард этот продал золотой. Опять же, это в среднем так не происходит. То есть здесь игра, и довольно все хорошо шла. Первый файт. Не проиграли. Второй файт? Не проиграли. Третий файт, я вышел в левел, стол пустой. Но дали чиху, которая такая, о, он пошел в левел, я тоже пойду в левел. Что для нас тоже является плюсом. Бодиметр уменьшился максимально, лицо держится. Дальше получили экономику. Была 3-3, монетка, что отлично. Была 1-1 карта, терпеливая взрывчатка, которая смог обилку тыкнуть, тоже отлично. Обилку тыкнул, то есть можно было 3-3 сдавать, это был нормальный мув, но я решил попробовать заролить себе обилки, с обилкой, точнее монетку, в реборне. Монетка в реборне есть. То есть первые уже 4 хода уже говорят о том, что игра просто хорошо идет. Ну, типа,